Начнем с шокирующей новости. Накануне в Березняковском городском парке нашли труп мужчины. Об этом в правоохранительные органы сообщил березняковец. 11 мая 2020 года в 8 часов утра в полицию города Березняки поступило сообщение от мужчины о том, что в городском парке в водосточной канаве был обнаружен труп мужчины среднего возраста. По данному факту зарегистрирован материал, в настоящее время проводится проверка. Найденный мужчина был 86-го года рождения. Проведенная сегодня судмедэкспертиза показала, смерть не имела насильственный характер, поэтому правоохранительные органы возбуждать уголовное дело не будут. Но на этом происшествия в городе не закончились. Несмотря на жару и длительные выходные, с 9 по 11 мая в городе был всего один пожар. В День Победы около 9 часов вечера на пульт огнеборцев поступило сообщение о пожаре на территории бывшей мехколонны. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась. Горел расселенный бесхозный дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причины устанавливаются, но предварительно неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Чего не скажешь об участниках аварий на дорогах в эти выходные. С 8 по 11 мая в городе произошло 8 ДТП, в 6 из которых пострадали люди. Самое крупное случилось 10 мая в 14 часов 50 минут на 304-м километре автодороги Кунгур-Соликамск. Там не поделили дорогу два грузовика. По предварительной информации, двигался автомобиль КАМАЗ, который при развороте не уступил дорогу автомобилю Volvo, в результате чего произошло столкновение. Водитель КАМАЗа получил смертельную травму, погиб на месте ДТП. Погибшему мужчине было 49 лет. Пострадавшего 58-летнего водителя Volvo с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Кристина Придейна, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.